Девушка, вы же шарфик потеряли. Боже, какой запах. Я просто обязан ее найти. Сработало. Теперь он от меня никуда не денется. Я буду работать, а он, как миленький, точнее, как завороженный, пойдет по следу своей судьбы. Ну, то есть, по моему следу. Вот этот запах. А вот и она. Угу, попался. Парфюм не подвел. А если точнее, то вся парфюмированная линейка не подкачала. Что бы было, если бы я весь арсенал ухаживающих линий для лица, тела и волос применила? Сошел бы с ума, глупый мальчишка, от всех этих ароматов. Подойти, не подойти, а? А если подойду, что сказать? Молодой человек, а вам что-нибудь подсказать? А это что? Это крем из мужской серии. Смотрите, это крем для лица, освещает цену годную именно. Французская косметика нанесла удар прямо в сердце. Заодно кожу мою обогатила витаминами и натуральными веществами. Лаванда, вербена, миндаль помогают ему влюбиться в меня еще больше. А иммортель, никогда не увядающий цветок, остановит время и разгладит морщины. Заботой обо мне и о природе, конечно. Эта косметика никогда не тестируется на животных, а упаковка производится из материалов, которые поддаются вторичной переработке. Кроме того, хотелось бы отметить, что на упаковке используется алфавит Брайля. Это азбука для слепых. Все его внимание на меня, а мое внимание приковано к упаковке. Я первый раз в жизни хочу быть баночкой. А я хочу, чтобы мы с тобой перенеслись в Прованс. Там так красиво, прям как на этих коробочках. Летний букет, свежая зелень и только ты и я. Смотри давай на упаковку и влюбляйся еще сильней. Хотя куда уже сильней-то? Так, решился. Иду, говорю. Вы что-то хотели? Я хотел пригласить вас на свидание. Попробовать вот этот крем. Я поняла. Ты хочешь, чтобы я к тебе прикоснулась? Это же мои прямые должностные обязанности. Аппликатором нанесу крем и аккуратно распределю его. Чувствуешь действие настоящей французской косметики? Или все мысли только о любви? А ты кто такой? Я? Я ее будущий парень. Нет, это я ее будущий парень. Да ты не ругайся. Оглянись. Нас таких много. Ну откуда я знала, что они все клюнут? Дарить дежурные по рубрике нужны были гарантии.